Масштабный капитальный ремонт областной детской школы искусств выполнен более чем наполовину. Работы запланировали на 2 года. Сейчас в учебных классах устанавливают современные акустические стеновые панели. Их специально изготовили на заказ в Санкт-Петербурге. Далее планируется завершить замену системы водоснабжения, отопления и вентиляции, закончить внутреннюю отделку всего здания и ремонт концертного зала. Все работы планируют завершить в августе 2024 года. Иркутской областной школе в прошлом году исполнилось 100 лет. И очень значимо, что мы попали в национальный проект «Культура» и выделены значительные средства, общий объем финансирования более 85 миллионов рублей, 65 миллионов – это федеральное финансирование. И сейчас техническая готовность составляет 60%.